они с ним сели, купили формат А1 Батмут, сели и разрисовали их будущую жизнь. Вот как это все будет, как они себе представляют, ну, пофантазировали. И что они, чем они будут заниматься. И как ни странно, оказалось, что большинство их веток, которые они себе наметили, они получили воплощение. Причем очень удачно, потому что они, грубо говоря, правильно сформировали результат какой-то, сами его сформулировали. Вот. Поэтому штука очень классная, рекомендую, правда, пользоваться ею почаще, потому что вот сейчас, скажите мне, пожалуйста, кто-нибудь бы из вас нарисовал свою ментальную карту немножко иначе? Да? Потому что есть группы, которые говорят, да нет, у нас все правильно. Так вот это печальная ситуация, когда все правильно. Сюда всегда можно что-то добавить, что-то убавить и, в общем, пользоваться этим по полной программе. Наверное, проще, если какая-то более конкретная, да? Цель, конечно, но сейчас это раскачка и как бы ваш первый опыт. У вас будет еще на сертификации, вы опять будете писать на карту. Потому что с учетом всего, да. Есть ли какое-то правило взять? То есть мы рисовали просто, как мы это представляем. До мелочи детали, не до мелочи. Должно же быть какая-то классификация. Правила построения самоментальной карты? Да, они есть. Они не заключаются в чем? Она должна быть иерархична, то есть от каждой ветки могут исходить еще какие-то более мелкие понятия. То есть у нас как раз, например, этого нет, скажем честно. У вас есть вот нечто подобное, но оно все уходит по какому-то крупному понятию. Никто из вас практически не использовал стрелочные связи, как, допустим, одна штука связана с другой. Да, Ринчик? То есть это что-то говорит, я так понимаю. Да. Вы совершенно потрясающе ушли от сухой какой-то структуры написания слов просто. Да? И все написали картинками. Хорошо комбинировать картинки и слова. То есть Disney нарисовали своего любимого Чебурашку. Еще что-то нарисовали. Вот. Плюс еще что? Ветки, по идее, должны быть одного цвета, если это иерархия. Идет отсюда, но у нас нет такой возможности большого количества фломастеров и цветов. Когда ты делаешь дома, и у тебя есть 32 цвета, это гораздо проще. Вот. То есть они должны сохранить только свою цветовую направленность. Что еще? Иерархичность, радиальность обязательно, центральный символ в центре, да. Опять же, Бюзен рекомендует рисовать центральное понятие особо красиво, душевно, там, вплоть до того, что выпуклые буковки какие-то рисовать, ну, там, помпезно подойти к этому вопросу, с любовью. Опять же, ментальная карта должна быть красивой, она должна вам приносить удовольствие, пока вы ее строите. И, в общем-то, вот это такое все. Если вы берете какое-то, допустим, словосочетание, понятие, это два слова, нужно постараться сделать так, чтобы переформулировать в одно слово. Например? Ну, например, там, хорошее настроение. Как его можно переформулировать? Позитив. Да. Вот. То есть уходить от многосложных словосочетаний. Вот такая штука. Я могу сказать, я это сфотографирую, даже не могу. Ваши художества. Так, сейчас мы перейдем немножко к другой теме. Кто помнит, что есть такой мужчина плюс вы? Да, слышали? Который увел Вольтера жену? Ну да, многосложно. Там не то чтобы он увел, я думаю, что она сама просто решила, что ей было понравилось. Вот. Шесть состояний по плюсу, вспомните. Как я помню? Активный пассивный. Активный пассивный актив. Активный пассив. Пассивный плюс. Активный, да? Ага. Пассивный. Пассивный плюс. Плюс. Пассивный. Дальше. Пассивный. Пассивный. Негативный. Активный. Пассивный плюс самый. И еще два состояния. Принятие решения и состояние обучения. Ну как, это интерес. Да, еще называют его. Интерес и точка принятия решения. Вот
Сейчас у нас с вами будет такая игра. Инструкцию к этой игре я, пожалуй, нарисую, потому что обычно с ней всегда бывают какие-то путаницы, причем у тренера, но здесь не ей. Поэтому я нарисую. Вы поделитесь на тройки. На тройки? На тройки. Будет участник А, участник Б и участник С. Участники Б и С демонстрируют участнику А свои коллеговки. Он смотрит на это все. Да? Они ему демонстрируют. Потом, после этого, одновременно стоят рядом и вот, вот мой, что там у нас первое, активный позитив. А, да. Потом пассивный позитив показываете. Активный негатив. Да. Пассивный. Активный негатив, да. Сейчас постарю. Вот. И так далее. Все понимают, да, что нужно? Активный пассив. Ой, негативный пассив. Это что это? Негативный пассив это. Ну, то есть ты раздражен, увеличен. Это может быть грусть, это может быть апатия, это может быть отсутствие полного интереса, ну, ну ладно, поговори еще. Ну как-то так. Вот. То есть демонстрирует В и С демонстрирует участнику А своей коллеговки. Он смотрит. Сечет. После этого участник А и Б вступают в разговор. И ведут какую-то беседу на любую тему. Выберите себя сами. Участник С участвует в беседе пассивно. Он просто наблюдает. Ну, наблюдает, может там как-то поддакивать что-то там. Изредка спрашивает. В любой момент, когда это немного нарисуется, участник С говорит стоп. Стоп беседа. И участник А должен сказать, какие были коллеговки у Б и у С. Понятно? То есть, на момент остановки. Момент остановки, да. То есть, грубо говоря, участник А, у него очень сложная задача. Он должен говорить, отслеживать коллеговки своего собеседника и пассивного слушателя. И в любой момент пассивный слушатель делает раз, и я должен сказать, какая была коллеговка, допустим, если я играю с Сашей, если вы, какая, какие у вас были коллеговки?